Даже за полгода до релиза можно точно сказать, что Vanguard Saga of Heroes — это не слишком оригинальная, но однозначно очень качественная онлайновая ролевая игра. На планете Телон нашлось место и мечам, и магии. Сейчас в игре два континента, населенных людьми, эльфами, гномами и прочими представителями фэнтези-зоопарка. Мир Телон не делится на зоны. Сотни виртуальных квадратных километров собраны в своеобразную решетку. Есть все — и опасные подземелья, и бескрайние пустыни, и заброшенные деревушки, и величественные города. В Vanguard позволено путешествовать по морю и сражаться с пиратами. Игроки также смогут покупать и обустраивать свои дома, а гильдии получат возможность возводить комплексы из таверн, лавок и других заведений. По духу игра компании Sigil Games напоминает традиционные онлайновые фэнтези-ролевки. Оно и не удивительно. Многие сотрудники студии участвовали в разработке EverQuest, так что никто не сомневается в их профпригодности. Релиз Vanguard намечен на январь 2007 года. Издателем выступает компания Sony Online Entertainment.